С днем рождения, Красногорск! Дорогие жители, мне выпала честь зачитать сегодня приветствие губернатора Московской области в день города Красногорска. Дорогие друзья, поздравляю всех с 85-летним юбилеем городского округа Красногорск. Красногорск – важный экономический центр нашей области с большой историей, ярким научно-техническим потенциалом. Ваш город всегда открыт новому. С каждым годом он меняется к лучшему и становится комфортнее для жизни. Сейчас здесь идет масштабное строительство, заложен фундамент новой ледовой арены и хоккейной академии. Открылись долгожданные детские сады и поликлиника в Пашинской пойме, уже почти готовы к сдаче эстакады в Нахабино. Реконструирован и снова ждет граждан парк Ивановские пруды. За всем этим ваш труд и ваша любовь к родному городу. Благодарю всех, кто не проходит мимо проблем, предлагает эффективные решения и добивается позитивных перемен. Вместе мы делаем Подмосковье территорией роста. С праздником вас, дорогие красногорцы! Желаю успехов, здоровья и благополучия. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.